Уважаемые гости, приглашаю вас на мою персональную выставку, которую я сегодня хочу закрыть. Я вам представляюсь, заслуженный художник России Мошкин Игорь Михайлович. И моя выставка посвящена древнему городу Рыбинску, как здесь представлено на этой красивой афише. А теперь мы нашу выставку начнем с очень интересных карт. Вот я вам представляю одну карту под названием «Карта Московии». Автор ее Олаф Магнус, 1567 год. И вот здесь как раз я вам представляю, что между Шексной Малогой, и, которая попадает в Волгу, находится древняя территория под названием Московия. Так называлось государство Русь в 16 веке, 1567 году. Далее я вам хочу здесь показать вот такую интересную таблицу, которую я несколько лет собирал. И вот здесь как раз изображены вот эти знаки славянской свастики, которые пользовались и носили наши, использовали наши предки славяне. Вот этот маленький кусочек осколок от древнего кувшина, на нем вот такая свастика изображена. Это означает центр Вселенной. Здесь я также хочу вам представить мою авторскую выставку на крейсере «Адмирал Ушаков», которую я представлял в 1985 году. Ну и так теперь по самой выставке. Я начал мою выставку с территории Волги. Здесь я изобразил древний Рыбинск, где Шексна падает в Волгу. Наши предки ходили на таких красивых судах, которые строились здесь же, назывались они ладьи. Рыбинск, хочу напомнить для наших уважаемых телезрителей, несет название не от слова «рыба», как все думают, а от названия «царь-город». Рыбный город на греческий переводится «царь-полис» читается, то есть «царь-град». Ни мало, ни много. Вот здесь сняли, поближе можно этот эпизодик заснять. Идем дальше. Я представил мою выставку в технике акварели и рисунка. И вот я на все мои выставки представляю. Да, затем здесь также у меня здесь находятся карты, изображения денег, которые здесь были найдены нашей Рыбинской археологической экспедиции в разные годы. И вот я все, что собрал, здесь изобразил. Вот это называется у нас новгородские гривны, вот это новгородские арктиги, самые, кстати, элитные, выпускались с 1420 года, и они как раз подтверждают, что где найдена монета Великого Новгорода, там и стоял Великий Новгород, как записано в новгородских летописях. Там, где Святая София, там Великий Новгород. Что такое Святая София? Это наш знаменитый Софийский монастырь, который я тоже изобразил здесь. Можно пройти вот сюда, посмотреть его. Он... Последняя дата постройки порядка 1860 год, это к тысячелетию Руси. Но тем не менее, я, изучая историю вот этого древнего монастыря, пришел к большому выводу, что это один из первых христианских монастырей, который был построен на территории нашей Руси, Московской Руси. На этом же месте до него стояло древнее капище, и князю Владимиру нужно было, вот, как называется, расчистить дорогу для русского христианства, что он и сделал. И поэтому место древнего капища было поставлено на этом месте первый Спасо-Преображенский христианский монастырь, собор. А в 1030 году новгородский архиепископ Иоаким открыл здесь единственный на Руси и до сегодняшнего времени Софийский монастырь. Я взял все это по фотографии, постарался как бы наиболее близко всего архитектуру изобразить того времени
более близко к реальности. И вот то, что вы видите, это перед вами. Далее. Я взял нашу реку Волгу и город Рыбинск и изобразил все мои вот акварели, как по возможности, со стороны Волги. Вот что я вам представляю. Это акварели 19 века. Здесь развивается наш город, как, кстати, один из крупнейших центров хлебной промышленности. Ну, например, так, Карамзин в своей книге «История государства российского» в 1877 году записал: «Город Рыбинск является крупнейшим хлебным рынком России и Европы». Но у нас почему-то дата отмечается с 1077 года рождения города. Мне тоже непонятно почему, когда в это же время город уже процветал вовсю и являлся очень известным и крупным торговым центром для Руси и Европы. Почему у нас это место очень удобно для развития торговли? Потому что вот соединение водно-транспортного канала, имеется в виду Волга, Шексна, Малога, позволяет всем путям, как с юга, как с севера, так и с запада и востока, именно в этом месте подвозить товары, производить продажу товара и называется получать прибыль. Что, в общем-то, явилось вот этим центром. Здесь была открыта знаменитая холопья ярмарка, которая каждое лето в течение нескольких столетий процветала. Вот на этой карте я хочу вам показать, где стоит наш город Рыбинск. Написано «Холопий город». Посмотрите, вот красным карандашом отмечено. Далее хочу показать вот эту интересную таблицу. Называется «Генезис народов Верхней Волги». Она подготовлена Институтом археологии Российской академии наук. И я лично, как вот автор выставки, никакого участия в этом не принимал. Единственное, что я нашел в интернете эту интересную таблицу. Что в ней отмечено? Здесь отмечено три центра. Углич, Малога, Углич, Мышкин и Рыбинск. Вот, например, здесь написано. Рыбинский район, стоянка Пенькова, стоянка Коприна, орудие на отщепах, ну и так далее. Далее, стоянка Золоторучья под Угличем, стоянка Киселевский ручей на территории Рыбинска. Что такое Киселевский ручей? Это ручей, который впадает в реку Коровку, Коровка впадает в Черемуху, а Черемуха впадает в Волгу. На том самом месте, где ныне стоит наш Софийский монастырь. Здесь самое наиболее известное и знаменитое из славян жили славяне. Вот они. Это у нас идет первое тысячелетие, между первым и вторым тысячелетием проживал вот этот древнейший народ Европы. И по моему исследованию, как раз вот эти славяне явились основателями всех европейских культур и народов. Далее вот эта таблица тоже чем интересна. Здесь как раз вот это все было найдено на территории нашей вот этого Васильевского острова. Вот посмотрите внимательно, здесь изображена у нас птичка, ну это сокол. Как раз сокол являлся у нас символом Бога Солнца. И одновременно на сегодня у нас является гербом на флаге России. Ну и также в других государственных документах. А вот этого сокола я тоже изобразил и повесил специально для этой выставки, потому что все должны знать, что у нас сокол является символом нашей государственности. Кстати, на древних печатях города Рыбинска также изображен сокол либо с развернутыми крыльями, либо в таком сидячем положении. Вот посмотрите внимательно отсюда. Печати города Рыбинска взяты из русской допетровской нумизматики, автор граф Толстой, Алексей Иванович Толстой. Вот здесь написано Рыбинск, и вот видите, эти птички изображены здесь. А вот здесь таможенные печати, то есть самые знаменитые холопьи ярмарки, которые у нас в средневековье вовсю присутствовало. Деньги, печати. Вот подтверждение тому, что был большой город. Я также каждый год собираю
календари Рыбинской археологической экспедиции. Вот здесь можно тоже посмотреть, сколько интересного они нашли здесь. Кстати, вот хочу отметить, что вот эта печать, она подтверждена лабораторией Института археологии, прошла проверку, и эта печать имеет отношение к князю Игорю, сыну Ярослава Мудрого. Ну, а это вот все украшения и ювелирные, которые здесь были найдены. Вот обратите внимание, здесь изображены львы. Кстати, все новгородские дворяне, в большинстве своем, имели изображение своих гербов, головы либо львов, либо коней, либо рыси. Приглашаю, сейчас, минуточку. А, вот сюда. Вот эта картиночка интересная. Я ее тут длительное время собирал. Вот те выдающиеся государственные деятели, которые, по моему исследованию, жили на нашей земле. Это, в первую очередь, Рюрик, Вещий Олег. Вот этот памятник находится ныне в Московском государственном музее. Он посвящен у нас новгородскому князю Бузбилояру, 4 век нашей эры. Вот этот памятник посвящен князю Гостомыслу, тоже новгородскому князю. Жил в 8 веке нашей эры. Ну и, разумеется, самое знаменитое и известное для нас всех, это княгиня Ольга Святая, князь вот князь Ярослав Мудрый, это 11 век, и знаменитый наш земляк Ян Вышатич. Вот он здесь изображен. Кто такой Ян Вышатич? У нас на сегодня самая древняя дата, которая подтверждает именно раннее рождение нашего города, это поиски, поход новгородского воеводы по сбору дани в районе реки Волги и Шексны в 1071 году. Случилось так, что Яну Вышатичу нужно было собирать дань, и для этого ему нужно было пройти по руслу реки Шексны. Там было поднято восстание волхвов против власти княжеской, и воевода подавил это восстание, взял в плен двух волхвов, привез их вот на стрелку Васильевского острова и приказал повесить эти двух волхвов. Как записано в новгородской летописи, там было сказано: дал волхвам повесить волху смутьянов, а сам же Яня пошел к дому своему. То есть это означает, что новгородский воевода жил в своем родном месте и в своем родном городе. Документы подтверждают, а это подтверждает, что сам город стоял, Великий Новгород, на этом месте, где мы с вами сейчас живем. Ну и теперь я хочу, завершая нашу выставку, хотел, конечно, поблагодарить всех гостей, которые приходили в разное время на мою выставку. И я думаю, что мог вам продолжать вот эти интересные темы, дальнейшие исследования свои и рассказывать нашим рыбинцам и гостям. Благодарю за внимание.